эту балалайку мне несколько лет назад подарил Володя. Вот. Ну, долгое время она висела на стене, как сувенир. Потом по выходным мы встречались, и научил меня нескольким... Это что касается казачьих. Так у него свои осетинские наши очень интересные. Ну и несколько слов хочется сказать о балалайке в осетинской музыкальной культуре. В тех местностях, где я родился, вырос. Очень наряду у молодежи с гитарой и балалайка была очень интересна. И несколько вещей, которые мы сейчас покатаемся изобразить, вы с легкостью узнаете и русские мотивы, и перекликаются как-то негармонично с русским. Поэтому прошу не судить очень строго по срокам. Что получается? У нас такое строение. У них третья нижняя струна, верхняя, секунда строится. У нас просто мажорное перезвучие. А у них это интересно. И, естественно, пальцовка изменяется. Вот это, наверное, так, сейчас Максим сыграет один. Он сыграет сейчас скаковую. Во-первых, скажи, где она игралась и в какой ситуации? Ну, это так называемая скаковая, я честно говоря. На праздник. На праздник, да. Под танец она идет? На танцевание идет? Да, я на танцевание. Сыграем тоже люди на заваленке, как это в России принято у нас, там тоже люди любят вечерами посидеть и подрынчать. Ну ты все-таки вот, на поединском и на русском, а потом я тебя уже подыграю.